Скажу, какой же тут офис? Давай. Юрий Осипович Висборг. Кончилось лето жаркое, шляпа белым бела. Осень дождя не шаркая, в гости ко мне пришла. Снова туманы вижу я, свесил взор крутых. Осень девчонка рыжая, ясная, словно ты. Снова туманы вижу я, свесились с гор крутых. Осень девчонка рыжая, ясная, словно ты. Что ты так смотришь пристально, толком я не пойму. Мне словно зимней пристани мается одному. Тихие зори праздновать, молча грустить во тьме. Наши дороги разные, и перекрестков нет. Ты ж ведь большая умница, вытри с лица слезу. Горы снегами пудрятся, вот и сидим внизу. Снова дожди тоскливые, а наверху метет. Песни, как версты длинные, парень один поет. Песни, как версты длинные, парень один поет. Это был Лёша Пок из города Таллин. Вероника Микконен. До мажоре. Вероника, ты солируешь. Я стихов не помню. А? Влад Шалчик Куджава. Это, пожалуйста, тоже пожелание. Кавалеры приглашают дам. Пожелания друзьям. Давайте слицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте жить вас, давайте горевать и плакать откровенно. Помогайте, то вместе, то поврозь, а то переменно. Не будет придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая.